Марго, доброе ноченька. Ноченька ведь на дворе, да? О, здорово, братан, а ты кто? Лёха, это... Подожди, почему он смотрит на так на тот дом? Братиша, ты вообще чей будешь? И почему ты так смотришь? Смотри, у меня и водила лично есть. Подожди, он не за рулем, я за рулем все-таки был, да? А ты там что, едет? Едет-то, смотри-ка. Что ты припеваешь там, что ли, или что? Ты ведь в курсе, да, что это просто вот эта штучка, которая от... дергается от... блин, от светильника. Это однозначно она, блин. Нафиг ты с ней едешь? Понятно. И почему у нас вообще дерево спереди растет? Как мы ехали? Я ничего не понимаю. Так, ладно. Так, все, братва, сейчас домой заедем. Леха и компания, судя по всему, снова в деле. Так, а лом-то у нас есть. Отлично, отлично, что лом есть и подушка, потому что у меня со сном постоянные проблемы. Так, зато будет все нормально. Так, ну-ка. Так, часики закрутились, я надеюсь, что лайки у нас намутили, что у нас все нормально, все у нас замечательно, так сказать. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Эй, я Миродаги, так. Пора пожаловать на мой накал, личи с этим. Вот, ты смотри, Лёх Смертника по телеку показывает уже, ох, известная личность. Был бы, наверное, но вряд ли когда-то будет. Братан, а ты чё мне в кровати-то спишь? Братан, я не по этой части, вы там давайте где-то в другом месте спите. Я смотрю, кровати-то других нету. Такой, говорит, все, говорит, жизнь это тлен, говорит. Жизнь это тлен, все надоело. Смотри, Василич на улице стоит. Ты посмотри только, ты только глянь. Вон, кстати, нормально, нормально. Лекс, он пиццу ездит, развозит, еще что-то происходит. Не, ну нормально, пока все вообще отлично. Василич, ты как туда машину-то припарковал? Опять боярышника, небось, напился, да сам понять не может. Как говорится, два вопроса. Зачем, а главное, как? Откуда ты здесь вообще так разогнался-то, ё-моё? О, смотри, другой Лёха переезжает. Здорово. Лёх, ты чё, смысл? Это не выход. Это не выход, Лёх, воровство это не выход. Нормально, иди на работу, устройся, все нормально у тебя будет. Зачем тебе отличка? Выброси! Покончи со всем старым. Обалдеть, Васильград, что ли, приехал, а? Так, что у нас тут есть? Так, вот это у нас что-то где-то, видимо, врубает. Не знаю, что и где. Что и как. Так, смотри-ка, тут дом еще есть. Опа, она нифига себе. Не, кстати, вот дело прошлое. Здесь, по крайней мере, ну, хоть немножечко понять, что ты вышел. То есть, что видишь, да, действительно, какой-то дом, что, который можно открыть. А не так, что, например, я не знаю, стоит вот этот дом, и где-то вот здесь на столике лежит ключ. Как бы, по крайней мере, что-то есть. Тут привлечение, видно, что, возможно, открывается. Так, Василич. Так, и чё? И чё? Ну, смотри-ка, переключатель есть. Смотри, я даже что-то открыл в нем. То есть тебя даже ведут. Тебя, то есть, приводят к Василичу. То, что он шибает. Ты видишь вот эту фигню. Врубаешь здесь, и ты слышишь. То есть тебя сам геймдизайн ведет куда. И появляешься ты в этой комнате. Я не уверен, что это так все задумано. И ты выходишь, видишь окно. То есть, пока ты смотришь на него, ты обращаешь внимание на то, что там есть Василич. То есть, он привлекает твое внимание. И ты идешь к нему. Тут такой, ага. Там открылся, ага, открылся что-то здесь. И заходишь внутрь дома. Понимаешь? Понимаешь, вот. Вот геймдизайн. А не это говно, которое я до этого вил постоянно. Я не про все говорю, но именно про некоторые случаи. Ты смотри-ка. Это молодец какой. Молодец, похвалинка. Сейчас как обычно все, впрочем, просто по тому месту пойдет. О, здорово, Василич! Василич! Так, подожди, сейчас давай машину найдем, Василич. А че машина-то не ездит больше, ё-моё? Где машины? О, вот-вот началось.
Так, вот с этим вопросом надо как-то решить. Но тут просто дело в том, что я два раза карту запускал. Вполне вероятно, что из-за этого. Потому что когда я загружал карту номер один, у меня, короче, вылетело. Я загрузил вторую, потом еще решил первую. Василич, тихо! Так, а я еще даже так, да, у меня идет. Так, Василич, мне надо теперь ключ твой забрать как-то. Я тебя под машину сначала хотел, а теперь меня интересует вопрос с ключом. Дай, заберу. Как мне его теперь забрать? Как мне теперь забрать этот ключ? Ладно, давай, выступай, Василич, нам заходить проще будет тут. Что, не получается? Ну, когда-нибудь обязательно получится, Василич. Сегодня не получилось, завтра получится. Так, Василич, давай вопрос с твоим ключом порешаем как-то. Во, ляг, поспи вообще. Так, а куда ключ делся? А ключ, наверное, ушел под землю, либо на второй этаж. Да ё-моё! То есть то, что он лег спать, это мне никак не помогло в том, чтобы это... Так, все, давай вот эту деревяху уберем. Так, Василич, мне надо. Меня машина сбила, Василич, понимаешь? Так, где ключ? Да ё-моё! Василич, мне ключ надо! Где он? Да надоел, на меня смотри! Ай, блин! Блин, блинский! Ладно, потом разберемся. Как-нибудь, как-нибудь. Потом! О, отлично, один ключ нашел у ворон. Ништяк, один ключ у меня есть, как минимум. Только вот с одной фигней сталкиваешься. И вот сразу вот похвалишь, так сразу какая фигня начинает происходить. Так, что это у нас? Это что у нас, куб льда или что это такое? Давай все, шибаем нафиг. Шибаем все давай. А мы шибем опять. Мы будем окна у Василича разбивать. Так, как мне ключ-то теперь забрать-то? Ключ Василича. Василий ключ. Так, вороны, да, значит, один? Да, это как раз, кстати, этот ключ. Второй, я так понимаю, это ключик от подвала. То есть, технически, мне этот второй ключ и не понадобится. То есть, когда я просто все возьму, открою. А я надеюсь, что я все и возьму, и открою. Так, мне надо найти карточку, значит. То есть там вот как раз голубенький ключ, который, походу, у нас ведет в подвальчик. Ах, Василич, Василич, наш хулиганчик, мы хотим попасть себе в подвальчик. Так, все, что ты где там бегаешь? Чем занят? Где бегаешь? Что делаешь? Так, и чё? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, побежали. Мы куда-то добежали. Так, ключ. Ключ, который никогда не будет моим. Моя прелесть, мое богатство. Почему ты так со мной? Нет! Здорово, Василий, все, давай, беги отсюда, беги, надоел. Да все, отстань ты от меня, Василий, отстань, что ты ко мне лезешь постоянно, зачем, для того, чтобы что? Так, да ё-моё. Лёх, походу пришло твое время. Тебе надо идти выиграть тот летающий ключ у Василича. Ты понимаешь меня? Я надеюсь, что ты меня отлично понимаешь. Смотри, Василич стоит. Василич стоит. Василич смеется. Как дела, Василич?
Чё, тебе опять не имется? Или как? А, Вася, Вася. Васёк. Как дела, мой дурачок? Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Давай в окно, Васич, ты говори, молодец, так там вторую комнату вот эту обыскать. Может, здесь какой-то ключик был. Может, я что-то пропустил. Так, фонарь есть, отлично. Лучше, как говорится, фонарь в руках, чем фонарь под глазом. Подождите, там что-то есть? Мне показалось. Мне показалось, тут ничего нет. Будет у меня три книги, я буду умным. Умным буду, между прочим. А когда я приседаю... Нет, я, главное, могу от Василича отталкивать. А когда приседает, не работает. Так, весь замок с ключом висит. Такие вот дела. ЛМБ. Left Mouse Buncha. Так, и чё, зачем мне эта информация? Так, давай, давай ищем что-то. Что-то где-то давай ищем, 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 сыщем. Так. Да тихо ты, подожди ты. Ключи надо, ключ надо найти какой-нибудь. Василич, вообще ключей нету. Нет ключей, тут у меня. Вот такие вот дела. Коробки, все, коробки я все забираю, Василич. Теперь это мои коробки, а не твои. Все, давай, пошли. Так, все. А может мне все-таки тот ключ нужен? На втором этаже явно не таким цветом. Мне кажется, что этот ключ все-таки от подвала. От подвала, если это ключ, то нам, в принципе, без разницы. А все. Так, а здесь не было, да, нифига? Давай на всякий случай режим сабы активирую. Может быть, действительно здесь что-то пропустил. И что-то здесь, может быть, не донашел, так сказать. Так, а почему здесь закрыто? Потому что сюда я буду залазить через верх. Нафига я пытался эту фигню открыть, если тут само все как бы работает. Мне почему-то кажется, где-то должен быть ключик от... От машины. Ну, вряд ли он здесь внутри. Прям сомневаюсь. Очень сильно в этом. Где-то надо найти ключик от машины. Так, это у нас что тут? Что у нас тут такое? Что за собрание коробок? Коробочное собрание? Коробочное номер один? Что это? Джонни вон стоит. Ворона. Ну, заметь, ворона даже. Она не каркает. Вот ключ мне нужен. Да как мне твой ключ-то забрать, Василич? Он же по-любому туда. А может быть он отсюда, кстати, ключ? Кстати, он вполне может быть оттуда, поэтому у меня ничего не получается. То есть он может быть с той комнатушечки. Я же не могу у тебя отмычку забрать, нет? Давай мы посмотрим, а чего все-таки ключ Васильевича у нас? Да нет, тут действительно почему-то бывает, если второй раз запускаешь, а тут получается так, что второй раз запустил карту, что вот такой косяк. Поэтому лучше вообще Васильевичу вообще ничего не вешать, мое личное мнение. Так, сейчас мы глянем, какой ключ у нас находится у... Где он тут? Так, это понятно. Я вообще точно тот уровень смотрю, в смысле? То почему-то я не вижу ключ, который у Васильича. Да, это действительно так. Это у нас что? 3-0, 3-0. А у этого какой код? 3-0, да, это ключ от подсобки. Ну, давайте, чтобы я не забирал, я туда залечу. Не, ну тут ладно, тут я вижу, тут вроде как качественный мод. Название даже было где-то написано, там, Анофа, там, что-то, Нейбер, ты лучше Альфа 3, что это, Альфа 3, Альфа 3, давайте залетим, глянем, сразу я просто там все заберу, чтобы потом больше в эту комнатушку не заходить, все, что здесь есть,
Ну да, вот здесь эта штука, как в принципе все и планировалось, как я и думал. Так, все, мне туда больше не надо теперь. Все, теперь мы можем спокойно идти дальше. Спокойненько идем дальше. Спокойненько проходим. Так, ага. Так, у нас-то, по-моему, в холодильнике что-то было. Если я ничего не путаю. Вот как раз мы фигню отрубили. Было же что-то в холодильнике или не было? Было, не было. Было, да прибыло. Давай, Василич. Ты что-то упал, что ли? Так, ты ко мне, я тебя вместе мы. Такая себе. Какие ваши, говорит, отношения, говорит, это, как вы воспринимаете людей на работе, как? Ну, как семья, говорит. Правда, говорит, неблагополучно. Вот так, такие же отношения у меня с Васильевичем. Да ё-моё, давай отморозься уже. Давай. Между нами тает лед. А Васильевич там идет. А Васильевич не найдет. В дом бежит, зараз. Давай быстрее. Дай сейчас полсекунды. Мне не хватит полсекунды. Васильич, не надо. Не надо, Васильич, отстань от меня. Дай я заберу этот ключ. Доля секунды, доля просто. Да блин. Вот там реально не хватило 2 секунды сейчас. 2 секунды и все бы дотаял. А в итоге что? Моя душа даже не растаяла. Давай, иди. Вот он я, Василич. Ты меня не видишь, что ли, или что? Ты вообще туканатор там. Так, ладно. Все, давай, берем. Берем ключ. Все, Василий, все, давай, расход с тобой. Не хочу больше с тобой ничего не иметь общего. Все, пошли отсюда. Так. Так, ну мне, видимо, эти воротины надо как-то открыть, да? Или что? Или мне магнит нужен? А если мне нужен магнит? Наверное, мне нужен магнит, чтобы... Вот, тут даже, знаешь, значок для таких тупых, как я. К тебе нужен магнит для того, чтобы притянуть ключ. Понятно или непонятно? Знаешь, мне надо найти где-то магнит. Где-то надо найти магнит. Пойдем искать магнит. Чтобы нам найти магнит, что нам надо? Правильно, нам нужен ключ от машины, который где-то находится. Кстати, знаешь, что надо? Знаешь, что натуре надо? Подожди, дай я вот сюда. Да ё-моё, ё-моё! Когда же это все закончится? Ключ летает у меня, вот такие вот дела. Подожди, я еще раз там гляну. Вот у меня еще, кстати, вот тут эта фигня есть. Давай-ка здесь посмотрим. Здесь точно ничего больше нету. Здесь есть карточка. Карточка есть, между прочим. Вот карточку я здесь пропустил. Но я что сделаю сюда, если никак зайти не могу? Василич просто, он силы телепату. Телепатии просто берется и управляет. Так, ладно, хорошо, у меня есть ключ. Ключ есть у меня. Мне нужен магнит. Для магнита мне, скорее всего, нужна лопата. Лом. А зачем мне лом? Ну, просто лом закрыт, да? Допустим. А где лопату взять? Не, ну, типа, наверх туда я никак не попаду. Вот здесь что-то где-то лопата есть. Лопата. Где? Где что я пропускаю? Лопату надо. Возможно, там внутри ключ от машины. А может, в багажнике лопата? Ну, Васильич пришел. Ну ты даешь, Васильич.
Фига себе, он вообще не заморачивается, везде ходит. Просто захотел, взял и пошел. Вот так вот как-то. Так, ну давай-ка посмотрим, что и где мы тут можем где-то пропустить, что-то и так далее. Надо разобраться во всех этих вопросах. Так, ключ от машины не вижу. Лопату я тоже не вижу. Ну где-то же она есть. Вот это вот что? Даже так, да? Ладно, хорошо. Так. Зачем мне так много коробок? Ну не надо же мне куда-то вот наверх залезть. Еще что-то сходить. Да что тебе надо, Вася? Что ты вечно бегаешь за мной? Дай мне ключ от машины. О, педали, видишь, педали даже есть. Педали есть. Постоянно без педали. У него есть педали, между прочим. Есть педали. То есть все сделано, можно сказать, на высшем уровне. Здесь точно нигде больше ничего нет. Даже в режиме совы. Но я ничего здесь не вижу. Где-то, значит, в другом месте попусти. Вот, магнит возьми. Я открою сюда, я никак не попаду. Интересненько, интересненько. Все, Васильич, отстань. Ё-моё, теперь вылезти мне не дают. Чё ты разлёгся? Ё-моё. Да все, лови, лови меня полностью, Васильич. Ты вообще вставать будешь, ты уже полчаса встаёшь. Ты чё падаешь-то, Васильич? Я тебя не трогал даже. Ты чё этот, смысл? Ты мне вроде не под машину прыгаешь, да ты надоел мне. Дай я вылезу отсюда, дай я, пожалуйста, отсюда вылезу. Все, спасибо большое, спасибо, родной. А, я еще и тут теперь появляюсь, ништяк. Васильича, походу, сломало. Что-то сломало в его жизни. Что-то, видимо, произошло. Так. Где еще что можем пропускать? А, вот, смотри, значит, мне надо найти лом. Вот, действительно. То есть лом, который лежит там, он откуда-то открывается. Так, потом я захожу туда, так, иду что-то дальше. Вот, ты что, вот это все, вот эта прогрессия пошла. Так, без этой команды я бы никак бы не убежал. Теперь я дом появился, кстати. Спустя того, как меня Василий 128 тысяч раз поймал. Подожди, а откуда, например, в этом доме? Откроется, к примеру, вот это. Или мне все-таки магнит сначала надо, чтобы в дом к Васильевичу попасть? Наверное, все-таки мне надо сначала магнит. Так, где все-таки я что-то пропускаю? Где-то же я что-то пропускаю. Так, вот где он находится? Нет, все-таки я правильно думал, куда идти. Что надо сюда идти. Так, сейчас давайте посмотрим, хороший ли человек у нас автор этого мода. И не юзал ли он микропереключатель. Сейчас вот этот моментик глянем. Так. Подожди, я что-то понять не могу. А я что-то не понимаю. А как я его должен открыть? Как я должен его открыть? Короче, у меня что-то мозгов не хватает из-за моего низкого уровня. Так, подожди.
Почему показывает, что ни к чему не привязан-то? Может быть, еще что-то где-то есть? Ну, это-то понятно у мелкого. Я не могу понять, как мне тебя открывать. В смысле, ни к чему не привязан. Ну, что-то я, наверное, тут косячу с чем-то. Я не вижу ни одного компонента, к чему привязан. И, допустим, переключателей всего... Не, непонятно. Непонятно. То есть, все-таки я должен лом сначала взять, но до меня не доходит, как смысл открыть эту фигню. Может, конечно, попробовать отрубить электричество у Васильевича, но это вряд ли будет придется. Сомневаюсь, что там кинет будет так влиять. Ну да, мы видим, что это никак не влияет, конечно же. Как я, в принципе, и думал. Короче, я реально, я даже если так не могу понять, а, допустим, вот эти переключатели, здесь, ну, по крайней мере, по... Я не вижу, чтобы он был к чему-то привязан. Понимаете, в чем прикол? А каких-то вот просто вот этих штук, которые что-то активируют, разактивируют, здесь всего, то есть, два переключателя на карту, по крайней мере, из того, что свитч надо. Это здесь и здесь. Но у меня на втором этаже закрыто будет. А, другого лома нету. Другой лом есть только маленький, который находится у этого. А, у мини этого сантехника, который находится там. Что-то мне непонятно, если непонятно. Возможно, я. Хочется как-то ругаться на этот мод. Сначала меня так обрадовал, потом, возможно, так огорчает. Но я реально я не понимаю, что, может быть, здесь где-то есть топор. Ой, молот. Хаммеров тут тоже нет. То есть, вот он есть. Кроубар. Вот он у нас здесь находится. Вот здесь и здесь. То есть, я его как-то должен взять. Я не понимаю, как я его должен взять. То есть вот я в нем смотрю. Ну, я не... Подожди. Я не понимаю, в смысле. Он как будто ни к чему не привязан. В чем прикол? Либо он как-то привязан, так я не знаю, интересненько. Вообще не вижу, чтобы он к чему-то привязан был. Может, реально косяк? То есть... Странно. Странно, очень-очень-очень странно. Коннекто, в смысле? Здесь нету даже такого. Что коннекто... Непонятно. Мне реально непонятно. Непонятно все. Я не знаю. Там-то не пиши. То есть, по идее, я должен что-то где-то, какой-то то ли рычаг, то ли что, в смысле, перевернуть. Допустим, ну, обычный свитчер. Здесь вообще всего два на всю карту. Либо, может быть, они также как-то по-другому называются. Тут даже этих, видите, обычно переключателей нет. Я не знаю, как мне это искать, как мне это найти. Как мне включить, открыть? Причем это уже какой-то патч вышел. Ну как я его должен взять? Ну, то есть я его никогда не возьму. Ну, то есть чем я его должен разбить? Ну, либо автор переключатель как-то назвал там по-особенному, что я его не могу в редакторе найти. Но я не вижу, чтобы просто вот эта сама штука к чему-то была перевязана.
То есть как будто она не откроется. А мне надо, нужно, понимаете, туда смысл зайти. Может, там как-то по-другому, конечно, привязал. Мне нужно вот то есть взять этот лом. Потому что мне, я больше нигде никак не возьму лом. Так, ну ладно. Напишите, напишите. Я что-то опять не догоняю. Я сейчас снимаю в 10 часов вечера. Вот. Василич! Да что ты постоянно туда, куда мне надо, а? Ты мне надоел уже. Давай, 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 побежали, побежали. Мы бежали, мы бежали, мы куда-то прибежали. Лови подачу тебе. То есть вот мы зашли. Тут взяли ключик. Больше чем уверен, что сейчас мы возьмем магнит. Василий, так машины сбить можем. Или что, моя лопат? Лопат. Потом откопаем. Тихо, Василич. Все, Василич, давай. Был рад иметь с тобой. Вообще без разницы. Его хоть машины сбивают, вообще ничем не проймешь в этой жизни. Так, вот он у нас магнит теперь. На, Василич, лопату. Так, пошли сюда. Притянули ключ. Все, пошли. Пошли, пошли. Куда вы упали там это, появились там, пригодились. Я все-таки, ну, то есть мне до сих пор непонятно, вот как я должен был его взять. Что я делаю не так, в смысле, что я сделал не так. Не знаю, в смысле. Просто не знаю. Не знаю, к чему он там, как при этом он. Ну нет, здесь ни одного элемента, к которому он это как-то привязан и так далее. Ну, очень странно, очень странновато. И да я тут даже на карте, ты понимаете, ничего такого не видел. То есть, действительно, ничего и на карте такого не было. Какого-то там, я не знаю, секрета там и так далее. Что я что-то где-то должен как-то сделать, там, нажать. Может, где-то в натуре есть какая-то кнопка. Ну, подожди. Это нету здесь никакой кнопки. Бутонов тоже никаких нет. Без понятия. Просто, просто без понятия. Может быть, мне ружьем надо было где-то стрелять во что-то. Но я здесь даже и не видел... А, ничего такого, куда ружье можно стрелять. Ничего такого я здесь не нахожу. Ладно, все, пойдете в подвал тогда. Ну, мне... автор, напиши, что я делаю не так, что это оттуда должно было открываться. Я реально, я что-то даже не нашел. Так, ну все, давай, пошли. Часики закрутились, лайки у нас намутились, надеюсь. Надеюсь, что все отлично. О, подвальчики начались. Так, фонарик есть, отлично. Сейчас Василий что, поймает меня? И будет фонарик у меня под глазом. Так, вот это открывается. Так, ключ. Синий ключ. А, ну даже вот так вот, да? У нас. Во. Один из ключей подошел. Я так понимаю, остальные ключи мне нафиг не нужны будут. Ну, судя по всему, наверное, получается все именно так. Так, мы идем наверх. Опа-на! Здорово! Здорово! Чё сидим? Чё скучаем? Чё сидим? Так, а чё я без братанов-то в подвал зашел? А, я подвал сбоку, можно пройти просто. Фига себе там, вот смотри, какая есть. Здорово, Коляныч! Давай, давай выходи! Чё ты в шоке-то сидишь такой? Нафиг я, говорит, в этот подвал зашел? Нафига? Для того, чтобы что? Зачем? Так, всё, ладно, давай.
Пошли, пошли, все, освободили, я надеюсь, он сам встал и вышел, надеюсь, у него хватило сил. Прям в натуре, как этот, прям как из мультика. Ник, который не хотел уходить из подвала. Васильевич, извините, если кому спойлернул, но что-то мультик уже вышел слишком давно, я думаю, что все его видели. Так, смотри-ка у нас тут. Продолжение банкета у нас здесь идет. Василий здесь у нас стоит. Васильевич улыбается. Он, видимо, машину свою снял, наконец-то, заодно и перекрасил. Так он нафиг ее снимал. Смотри-ка, тут может куда-то попасть. Что вообще здесь такое творится? Особо опасный подвалич. Это подвалыч. Чувак подвалыч. Кормить его только раз в год можно. Зомби, ребенок делал свои пирожки мамы и папы. Коротко обо мне. Ходячее аниме в Википедии. Ничего необычного, просто аниме тяночки кушают. У Куки новый друг. Шутка это когда, а не когда. Ладно. Ничего необычного, просто аниме тяночки кушают. Уровень жизни 100%. Войди в свою вайфу, твоя вайфа будет внутри тебя. 7 лет упорного труда. Год кривляния на камеру. Этот мир давно прогнил. Год, в смысле, там сколько лет-то, блин, ё-моё. Так, вот у нас куча пацанов бежит куда-то. Бежит куча пацанов у нас из подвала, все пытается убежать куда-то. Вот. Почему все, абсолютно все вот именно вот с этим связаны, не понимаю. Я вообще, если честно, вот этот мем первый раз вижу, типа вот с этим перчиком и так далее. Так. Ну вот, вот, зашли куда-то вниз, спустились. Что-то где-то посмотрели, что-то где-то мы нашли. И спокойно из подвала дальше мы пошли. Хорошо, когда так. Видимо, в подвал лучше больше не ходить, да? Как-то так. Так, а здесь всегда, типа, будет вечер, там, типа, и так далее, да? Васильич, ты где? Чё, сышь, что ли? Здорово, Васильич, чё, сышь? Здесь всегда будет ночь или не всегда? Ты не в курсе событий. Айда. Ну, я думаю, мало ли, может, есть смена дня и ночи, так сказать. Так, ну ладно, я так понимаю, здесь довольно-таки долго будем попадаться, пытаться попасть в подвал и так далее. Не, нормальный мод, но что-то вот косяк с ключом и непонятно, что в смысле. Косяк с ключом, он там сам по себе, поэтому вот частенько вылазит. Почему-то по непонятной мне причине, что вот вешают и вот так вот происходит. Я не знаю, с чем это вообще связано, почему вообще это так происходит. Но я уже давно замечаю в смысле в модах, что и такое имеет место быть. Там опять же, как бы, тут вряд ли какой-то косяк, там, я не знаю, в смысле, там, моего мобхита и так далее. Сомневаюсь. Вот. Как-то так. Давайте допройдем этот мод в следующий раз. Мод у нас еще назывался Another Story in Alpha 3. То есть, другая история в Alpha 3. Причем здесь Alpha 3, непонятно, может быть, это у него мод Alpha 3 называется. Причем здесь Альфа 3, мне вообще, если честно, не ясно. Не ясно и непонятно. Вот, как-то так. Потому что я сейчас здесь вряд ли сумею быстренько это все дело пробежать. Вот. Поэтому как-то так все. Будет все проходить как-то так. Если вы смотрите в воскресенье, ребят, то завтра я вам на завтра запилю какой-нибудь хорорец и так далее. Вот. Все вот так. Вот это вот. Не знаю, что вам еще сказать, поэтому просто возьмем это закончить. Поддержите лайками, комментами. Надеюсь, у вас отлично прошли выходные, ребят. Вот, как-то так. У меня, кстати, в домике-то есть кто-нибудь?
Во, валяется, спит. Чё, нормально все? Я тут хожу в подвалы, между прочим, а ты все валяешься и спишь. И ты спишь, давай просыпайтесь уже, просыпайтесь. О, по телеку опять меня показывают, посмотри. Не будем на тебя смотреть, не будем, все. Все, ребят, на этом все. С вами, как всегда, был я, Лёх Смертник. Всем отличного настроения, всем удачи и всем пока. Давайте, ребята, увидимся. Всего хорошего, давайте, до встречи, пока всем.